Всем привет, друзья! Вы на канале Пчела Начинающим. С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 20 марта. Сегодня, я думаю, закончить осмотр всех пчелосемей. Весенний осмотр после того, как я выставил пчел из зимовника. Поэтому сейчас покажу вам то, что я увидел в ульях. И в конце подведу итоги зимовки, так сказать. Вот сегодня температура 14 градусов. Сейчас, друзья, давайте посмотрим оставшиеся семьи, которые я не досмотрел. Тут осталось всего несколько ульев. И, в частности, остались вот одни лежаки. Сейчас посмотрим, что здесь, как сохранились пчелы. Обычно в лежаках зимуют пчелы лучше. Почему лучше? Потому что в лежаках больше простора, больше циркуляция воздуха, улей сухой, как правило. И вот видно даже по этому улью, подмора мало, плесени, сырости нет. Сейчас посмотрим, что здесь внутри, в гнезде. Видно, что все рамки обсижены пчелами. Всего в зиму уходило 10 рамок. Вот, посмотрите. Вот 10 рамок, пчелы много, подмора практически нет, улей сухой. Давайте посмотрим, что здесь внутри делается в гнезде. Крайняя рамка. Медовая. С пчелой, можно сказать, что хорошая семья. Вот вторая рамка, вот уже засев есть. Вот тут где-то и матка ходит, наверное. Третья рамка от края. Видно, вот. Расплод небольшой, засев. Наверное, с этого края гнездо. Вот здесь тоже расплод. Расплод. Ну, семья сильная. Тоже расплод. Это уже получается какая? Пятая, да? Пятая рамка. Вот шестая рамка. Шесть рамок расплода, друзья. На 20 марта это, конечно, хороший показатель, отличный. Вот видите, в гнезде подмора практически нет. Сухо относительно. Все отлично, семья перезимовала, поэтому такая сильная.
Как уходил он в 10 рамках, так полностью все рамки обсижены пчелами. Ну вот, друзья, как вы видели, порядок – это семья. Сильная сокращать не буду, пчелы много, она уже активно сеет, матка. Тут уже надо будет думать в скором времени о расширении, а не сокращении. Вот так вот оставляю все 10 рамок. 10 рамок. Очень сильная семья. Смотрим только. Теперь будем следить за ее развитием и следить, чтобы... Я имею в виду следить для того, чтобы не упустить раи от нее. Я думаю, к концу апреля она уже будет роиться. Давайте еще посмотрим один улей. Это вот уже у меня в конце тут остались 5 лежаков оставшиеся. И сейчас посмотрим, что здесь в этих лежаках. Это я не специально показываю самые лучшие, а все идет порядку подряд. Если вначале я показывал доданы, я с них начинал, то сейчас остались вот лежаки. Вот здесь немножко подмора есть. Сейчас мы его быстро уберем. Берем этот подмор, кстати, очень хороший, сухой, надо его оставить. Сейчас мы его вот так прямо... Люди спрашивают, а я как-то на это особого внимания не обращаю. Вот так. Так, идем дальше. Смотрим, что у нас здесь в гнезде делается. Что у нас здесь делается? По-моему, все здесь хорошо, сухо. Вот в чем преимущество лежака, я вам скажу, друзья. Большой объем воздуха, практически всегда сухо. Так, получается вот тут 3, 6, 10, тоже на 10 рамках семья сидит. Так, что у нас здесь интересного? Крайняя рамка. Сократим мы, наверное, на нее или на какую-то другую. Пчелы мало. Вторая рамка тоже. Пчелы мало. Оставим. Сейчас посмотрю дальше, или 9, или 8. Сокращу, наверное, на 2 рамочки.
Вот засев уже червленая. Так вот она и матка на этой рамке ходит. Ну тут вот на трех рамочках расплод. По сравнению с предыдущей немножко поменьше. Все на одну рамочку сокращу. Все, это пусть остается 9 рамок. Ну вот и все, друзья. Вот пример двух лежаков. Как вы видели, по-моему, здесь все хорошо, семьи очень быстро развиются. Итак, друзья, закончил я осмотр всей пасеки, всех ульев, всех семей. И что можно подвести, какой итог? Значит, в этом году, я скажу, зимовка была удачной. Все семьи, которые я ставил в зимовник, 37 семей, полностью вышли. Полностью все вышли. Все семьи сильные. Ну, учитывая, которые были там на 6 рамках, они так и остались на 6, на 7 рамках. А в основном 8, 9, даже по 10, несколько семей. Сейчас, на сегодня, на 20 марта уже, пчелка не дает покоя, уже в некоторых семьях есть по 4, по 5, даже вы могли видеть, 6 рамок расплода. Это очень сильные семьи. Вот. Значит, что еще хочу сказать. Кроме 37 семей полных, значит, было у меня 5 отводков. Из них, значит, на 3 рамках было 4 отводочка. 2 из них погибло, 2 осталось. Ну и 5-й отводок, это на 5 рамках был. Значит, что хочу сказать, что, конечно, в зиму на 3 рамках отводки пускать нельзя, нужно обязательно объединять, однозначно. Хоть и выжили 2, но тем не менее, вернее, ну да, 2. Тем не менее, это такое все баловство. Вот, еще один недостаток этой зимовки в том, что особенно в додановских ульях много сырости, много плесени за счет того, что полный улей, рамок, циркуляции воздуха нет. Я ставлю потолочины, ставлю подкрышники, они закрыты у меня. Просто предохраняюсь от мышей. Многие, конечно, пасечники верх оставляют открытый, за счет этого ульи сухие. Но я не знаю, как бороться с мышами. Конечно, в этой зимовке я разложил яда. 4 мыши нашел погибших. Ну, если бы яда не было, я думаю, то они бы немножко подпортили жизнь пчелам. Ну, а так, в общем, все хорошо, друзья. Поэтому будем развивать пасеку дальше. Ну, вам всем тоже желаю хорошего, удачного сезона. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего доброго, пока, до свидания, до новых встреч.